Итак, всем привет. И так, получил очередную посылку с телефоном Nokia 8600 Luna. И сейчас, значит, будем распаковывать и проверять, что там нам пришло. Вот такая вот черная коробка большая. Так, Nokia 8600 Luna написано. Тут у нас сзади имей, там все такое. Вот. Распаковываем тут, понимаешь, что такие. Так, вот так. Тяжело как сниматься. Коробочка. Так, что тут у нас? Чё? Ага, перевернул. Вот так вот. Такая вот у нас коробка. Смотрим, вот сам телефончик у нас уже тут лежит. Хорошо. Так. По комплекту USB кабель у нас маленький такой. Вот меня всегда раздражало, что такой коротенький кабель, тут сантиметров 5, не больше по длине. Это очень неудобно. Такая вот зарядочка у нас microUSB, мануал и наушнички Nokia. Окей. Так, складываем в сторонку и смотрим наш телефончик. Телефончик. Так, ну, выглядит вроде все хорошо. Так, выглядит все неплохо. Так, это что, пленка даже на этом самом, ага. Пленочка даже на вот этой вот полосочке, кажется. Если, ну, непонятно вообще на самом деле. Походу, да. Все заклеили. Угу. Так, вот такой вот у нас телефон. Раз. Так, внешний вид у нас такой, вот такой. Все кнопки все на своих местах. Тык-тык. В общем, нормальный телефончик. Сейчас мы его включим. Оп, сразу включился. Start up phone with hold. With hold. Или что там, или как там. Accept. Ну. Звук, все, вроде как работает. Так, надо еще настройки зайти, русский язык поставить. Так, где же у нас тут русский язычок? Эй. Так, profile, Zemes, display. Так, call, phone, language setting, English. Русский язык есть, выставляем. Все, вот у нас и русский язык стоит. Отлично. Так, ну так-то вроде все работает. Пишет, нет сим-карты. Сейчас тогда, не знаю, проверю, наверное, что тут сим-карту ловит, не ловит. Так, что у нас тут еще есть? Медиа. А как камеру включить? А ну-ка, фото. Или тут кнопка отдельно есть? Кнопки отдельно нету. А как камеру? Как камеру? Я уши не помню. Камера. А, вот она. Все, камера тоже работает. Нормально. Так. Тогда сейчас, короче, ставим сим-карту туда. Проверим. Вот. Что там у нас? Да как? Ух ты, как тяжело вытаскивается. Так, хорошо. Все. Вот такое. Вот. Так, сейчас надо сим-карту достать. Так, сим-карту я взял. Сейчас будем смотреть, как она там включается или нет. Так.
надо вставить еще в переходник этот. Ох уж эти микро-нано-сим всякие. Чё им обычная сим-карта не нравилась? Так, а как ее тут вставлять? Как вставлять? Ага, вставлять вот так. Окей. Вставляем. И смотрим. Вставляем, вставляем. Так, главное же ее вытащить потом. Так, вставим нашу батарейку обратно. Включаем. Пока включается, надо еще эту самую зарядочку проверить обязательно. Чтобы у нас зарядка была рабочая. А то будет неприятно, если не рабочая зарядка. Так, так, так. Телефон включился. Тут у нас даже анимация есть какая-то. Вот, что-то на экране переливается. Прикольно. Такое. Вот. Так, отлично. Сеть ловит. Это есть хорошо. А теперь проверяем, как работает наша зарядочка. Так, так, так. Это кажется вот сюда. Вот так. Ага. Зарядка работает. Заряд идет. Отлично. Ну что, все работает. Сеть ловит, зарядка работает. Единственное, принято одно сообщение. Звук. Ну это. Сейчас мы что-то там этот самый позвоним. Позвоним. Нажмем вот так вот. И... Так, отлично. Динамик работает. Все. Так. Ну, в общем, нормально, все работает. Мне все нравится. Устраивает. Так что вот такой у нас обзорчик был телефончика. Зарядка работает. Карта SIM работает. Звук есть, все отлично. Батарея разряжена. Так, заряжает она. В общем, сейчас его еще на зарядочку поставлю, чтобы у нас полненькая батарейка была. Ну, в общем, вот такой вот телефончик у нас. Все, качество меня устраивает, все замечательно. Косяков нету. Прикольная заставочка, тут плохо видно. Вот такая вот переливается. Классно! Понтово. В общем, все нормально, меня устраивает. Вот такой у нас был обзорчик. Так что подписывайся на канал, ставим лайки. Всем спасибо, пока!